Касьян Жучков возглавлял контору главсметана. Он был суров, наводил порядок неустанно. Укреплял он дисциплину урьяна. А контора не выполняла плана. Свой кабинет он украсил как дворец султана. Цветной паркет, три ковра, два кожаных дивана. Сам купил картину Левитана. Впрочем, не из своего кармана. Имел он дом очень теплый, хоть и деревянный. А в доме дом 8 комнат, не считая ванной. Сад при доме, а в саду фонтаны. Все за счет все той же главсметаны. Его машин только две имела главсметана. Тут с ним один, он возил лишь самого Касьяна. А в другой победе постоянно ездила его жена Ульяна. Критиковать если кто-то думал о Касьяна. Критикой боролся очень вяло. Те, кто честно подмечал изъяны, он с решей гнал из глаз сметаны. А дождем развернул газету утром рано. Там где дом, о делах конторы глаз сметаны. От всего богатства лишь Ульяна.